На Голгофе у подножья креста бросали кости, стремясь поймать удачу. Вы видите эту картину? Солдаты сгрудились в кружок, надеясь пополнить свой гардероб за счет распятого плотника. Их внимание приковано к игре. Простые солдаты становятся свидетелями самого великого в мире события. Они даже не знают об этом. Для этих солдат это просто еще одна пятница, а он еще один преступник. Ну давай, быстрее, твоя очередь. Ладно, ладно, сейчас играем на сандалии. Бросают жребии на одежду Христа. Головы опущены, глаза смотрят вниз, в землю. Все увлечены игрой. Крест забыт. Не спеша узнать.